сертификатом победителя, занявшего третье место в номинации «Сила знаний», награждается Ангелина Волкова. Работа «Следуй за знанием», Республика Мордовия! В этом году финал фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа Форм Арт впервые проходил очно. Всех участников, а всего их было 14, собрали в Кирове, и до последнего они не знали результатов. Ангелина Волкова представляла Мордовию. Девушка рассказывает, что победы она не ожидала, ведь работы соперников тоже получились сильными. Хотя Ангелина называет их коллегами, все же они занимаются общим делом, украшают городские пейзажи. Когда объявили, что на третьем месте, я к ним повернулась, говорю, что это все, это окончательные результаты. Была немножечко шокирована и безумно рада. Очень много людей проголосовало, я им безумно благодарна за такую сильную поддержку. Но, честно, не ожидала, потому что город у нас небольшой, ну и я думала, что там по сравнению с другими там, с городами, некоторыми там миллионниками, у нас будет небольшая цифра, а нет, очень даже конкурентоспособная. Так участница из Мордовии оставила позади участников из Удмуртии, Татарстана, Марий-Эл, Башкортостана, Чувашии, Пермского края, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской и Нижегородской областей, уступив только победителю из Самарской области и серебряным призерам из Саратовской и Кировской областей. Конечно, в этом есть большая заслуга тех, кто голосовал за Ангелину Волкову. Кстати, символичным стало то, что номер ее работы в голосовании и место, которое она заняла, совпали. И все же, в первую очередь, все лавры достаются Ангелине, ведь это она днями и ночами украшала фасад здания 4-го лицея. В прошлом году девушка тоже принимала участие в форм-арте, но тогда не попала даже в пятерку лидеров. И вот в чем причина, по мнению самой художницы. В этом году я себе дала немножечко больше свободы, когда разрабатывала эскиз, он уже более вольный. То есть в том году он был слегка такой более формальный, в этом году какая-то вольная интерпретация темы, больше в этой моей работе творчество уже. И я думаю, поэтому она немножечко, ну, наверное, сильнее цепляет. В ней настроение уже есть, именно вот мое какое-то. Это лето у Ангелины, в принципе, выдалось гораздо насыщеннее на работу. Ее руками украшены две стены в новой школе имени Девятаева. Она же разрисовала 86-метровую стену на новой площадке для BMX-спортсменов. Пока художница взяла паузу, но уже есть планы на следующий год. В форм-арте я буду участвовать обязательно. Снова буду подавать заявку. Для меня это очень интересно. Они каждый год делают тематику и тему года, которую выбирают. И вроде как на следующий год планируется год инженера. Вот, уже очень много идей. Получится у Ангелины Волковой предугадать тему фестиваля, узнаем только в следующем году. Вот что понятно точно. Местная стрит-арт-художница украсит еще не один фасад в Саранске. Арина Мелешкина, Евгений Фролкин, «Наши новости».